А перед началом я вам хочу сказать, что в этом видео моего голоса не будет, так как я хочу поэкспериментировать. Мой голос уже, наверное, вам надоел, он довольно нудный, его, мне кажется, неинтересно слушать. Напишите, кстати, в комментариях, как вам такая идея. Приятного просмотра. Всем привет, вы на канале Илья Рэп. В ближайшее время в Москве открываются новые продления Солнцевской линии метро в аэропорт Внуково. Это первая линия метро в Москве, которая дошла до аэропорта. На новом участке линии открываются две станции, это станция Пыхтина, на пересечении Боровского шоссе и улицы Летчика Грицеовца, недалеко от одноименной деревни Пыхтина. Рядом с метро располагается жилой комплекс «Солнцево парк», станция метро «Аэропорт Внуково» располагается на площади перед аэропортом. Чтобы использовать пересадку между метро и аэропортом, нужно воспользоваться подземным переходом, который ведет из аэропорта к аэроэкспрессам. Между двумя станциями Пыхтина и аэропорта Внуково располагается крытый метромост. Автобусы, которые ходят до других линий метро, например, до станции метро Юго-Западная, будут продолжать ходить по маршрутам. Они удобны для жителей ближайших жилых комплексов. За станцией метро аэропорт Внуково оборотных тупиков попросту нету, поэтому поезда будут оборачиваться на станции на обоих путях. Графика движения поездов пока что не имеется, поэтому следите, куда следует поезд. Многие поезда будут оборачиваться на застанции Юй-Рассказовка, то есть не все поезда будут ходить до аэропорта. Оплата проезда остается такой же, как и в обычном метро, никаких пригородных зон не будет. На этом у меня все, подписывайтесь на мои соцсети, всем пока.